Чесночное масло – отличный вариант для приготовления бутербродов, как праздничных, так и будничных, с таким ароматным маслом, на бутерброд даже не хочется ничего класть. Приготовить чесночное масло достаточно просто, достаточно только добавить к размягченному сливочному маслу измельченную зелень, чеснок, дополнительно пюрировать все блендером и вуаля, ароматное масло готово. К слову, в ароматное чесночное масло можно добавить и другие пряности и даже овощи. Например, очень хорошо здесь будет смотреться мелко нарезанный сладкий красный перец и дижонская горчица. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все необходимые ингредиенты, масло заранее извлеките из холодильника, чтобы оно успело размягчиться. Растапливать масло ни в коем случае не нужно. Хорошо разомните масло вилкой. Мелко нарежьте веточки петрушки, можно также использовать укроп, кинзу, добавьте зелень к маслу, туда же выдавите пару зубчиков чеснока, посолите по вкусу. Хорошенько перемешайте массу. Ставим лайк и подписываемся. Чтобы сделать чесночное масло еще более однородным, измельчите его с помощью погружного блендера. Смотрите, как красиво получилось, зелень лучше распределилась в масле и масса получилась очень аппетитной. Переложите чесночное масло на пищевую пленку и заверните в колбаску, отправьте в холодильник. Употреблять можно, как только масло застынет, но вкуснее оно станет через 2-3 часа, когда хорошо пропитается чесноком и зеленью. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вот что нам понадобится. Сливочное масло, 200 грамм. Чеснок, 2-4 зубчиков. Петрушка, 3-5 пучков. Соль, по вкусу. Количество порций, 5-7. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачи, друзья, заходите.